Как больше привлекать родителей к подготовке к свадьбе? У нас проблема обратная. Сами организуем и оплачиваем, родители не мешаются. Мне бы хотелось, чтобы они как-то больше интересовались. Серьезно? Ну, дайте задание. Вот, понимаете, все то же самое. Берете, значит, берете лист бумаги, пишете план, что вам нужно сделать вот этот вот список вопросов, открываете и делаете вот этот вот список вопросов, это. А дальше распределяете, что конкретно вы хотели бы, чтобы сделала ваша мама. Звоните и говорите: мам, смотри, значит, мы вот делаем вот это. Вы сможете сделать вот это. Там съездить, узнать вот это, спросить вот это и так далее. Ну, конечно, она вам не откажет, и ей будет приятно, что вы ее задействовали. А если вы просто говорите: ну, мам, ну поучаствуй как-нибудь в моей свадьбе. Она не знает, как участвует-то. Она понятия не имеет. Она в первый раз в жизни замуж выдает дочку.